Хочу показать вам, как мне удалось спасти орхидею с плохой корневой системой, орхидею без корней, орхидею с плохими корнями. Если вы уже все перепробовали, то такой кислотный набор вам должен помочь. Для себя я выделяю 4 основных кислоты, которые влияют значительно на орхидеи. Это янтарная, борная, аскорбиновая и, конечно же, никотиновая. Их эффект просто поражает воображение, потому что, посмотрите, мне удалось, помимо того, что сохранить полностью тургор листьев в порядке, в прежнем изначальном виде состоянии, так еще и корни пробиваются, пробуждаются. Конечно же, также я совмещаю обязательно химию с физикой, то есть я еще поговорю с вами о системе посадки этой орхушки. Как можно убедиться, листики также не отстают в развитии, спешат появиться новый лист один за другим. Это очень хорошо, а еще важнее всего, что нижние листья, которые чаще всего страдают и, судя по всему, как по отзывам, что все считают, что это естественный процесс старения, на самом-то деле орхидея просто пытается так выжить, то есть она часть своей вегетативной части жертвует, лишается, потому что ей необходимо пустить все свои силы, перенаправить на верхнюю часть, верхушку. Поэтому так часто сопровождается именно появлением нового листика, а нижний желтеет и тускнеет, отпадает. В этот раз за счет того, что питание у меня сбалансированное, разнообразное, кислотное, которой аскорбиновая кислота, она еще у меня усилена формулой с рутином, то есть я добавляю аскорутин вместо просто аскорбиновой кислоты, это еще удваивает, усиливает эффект, и потом мы можем иметь результаты, о которых хочется постоянно говорить, потому что это рабочий способ. Система посадки закрытая, плюс ко всему, как вы уже знаете, я люблю и стала приверженцем, сторонником водного режима, такого влажного режима, поэтому всегда у меня добавлено воды. Более того, я добавляю не по такой уровень, просто у меня вчера был полив, и по состоянию субстрата вы сейчас можете судить, что полив был действительно свежим, недавним. Поэтому я добавила немножечко воды на дне. Но сейчас хочу восполнить уровень прошли сутки, потому что я оставляю воды намного больше, потому что часть корней у меня сосредоточена ближе к верху горшка. Как можно видеть, раньше орхидейка правда оставалась просто на одной кочерышке единой. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону кардинально. Есть часть корней свежих, молодых, есть несколько старых, которые, как немаловажно, сохранились по сей день. Это очень важно, потому что очень часто мы наседаем, мы нажимаем на разные стимуляторы роста, которые дают нам, бывает, новый прирост молодых корней появления. Но при этом мы можем потерять, лишиться старых в силу по причине ожогов. То есть это очень распространенная весьма причина. Поэтому учитывайте обязательно это. Что касается кислот, здесь мы можем быть спокойными. Они в любом случае, даже если вы добавите немножечко сверх нормы, все равно передозировки не будет и такого сказывающего эффекта, как ожог, точно мы гарантированно от этого защищены. Коротко и бегло о дозировках. Вам уже они прекрасно известны, тем, кто не в курсе, напоминаю. Янтарная кислота 2 грамма на 1 литр воды, борная кислота 0,25 грамм на 1 литр воды, никотиновая кислота 1 таблетка на 1 литр воды и аскорбиновая кислота или же аскорутин – это 1 таблетка на 1 литр воды. Агротехника, то есть внесение по листьям или же под корень, абсолютно любая на ваше усмотрение, я для себя решила янтарную и борную кислоту именно вносить по листу методом опрыскивания, а уже никотиновую и аскорбиновую люблю вносить под корень. Также в качестве качественного, хорошего, удачного примера не могу просто не поделиться с вами этим растением. Орхидейка, которая также в сравнении с первой ситуацией находится в таком критическом состоянии. То есть она вот сейчас практически существует на одном кочерышке с несколькими початками корней. Итак, если вы помните, то низ этого кочерышка я постоянно поддерживаю в таком не стерильном, что немаловажно, а именно таком обеззараживающем воздействии благодаря именно влиянию активированного угля, порошка активированного угля. Об этом есть видеоролик. Между прочим, добавлен абсолютно недавно, он новая информация. Итак, эти корешки
Вместе с листовыми пластинами я активно поддерживала благодаря использованию своего кислотного альянса, тандема. Но немаловажно отметить и подчеркнуть, что я использую строго порознь и поочередно. Неважно, с какого вы начнете, то есть принципиальной разницы нет. Можете начать с абсолютно любой кислоты, которая у вас найдется под рукой, сразу же попадется и будет в наличии доступна. Но самое главное – это чередовать их между собой. Раньше интервал обработки у меня был 10 дней, но для одной кислоты использование ограничения по частотности, потому что янтарной кислоты будет переизбыток, если вы будете использовать ее постоянно. Но корень зла кроется не в том, что будет передозировка, она не допускается в янтарной кислоте. А именно кроется подвох в том, что вы просто будете тратить зазря свой кошелек, то есть свои средства, потому что усвоение излишков не произойдет. То есть это очень важный момент, который, конечно же, ну, не может нас оставлять и равнодушными, потому что, конечно же, с большой коллекцией орхидей мы не можем на это не обращать внимания и не заботиться о благосостоянии нас, потому что каждая ренимашка, она стоит своих денег, и нам необходимо обязательно заботиться о том, чтобы те препараты, которые мы уже расщедрились, приобрели, хотя, кстати, все вышеперечисленные кислоты, они стоят, в принципе, в пределах разумного, то есть это не дорогостоящие популярные HB101 и другие себя зарекомендовавшие с хорошей стороны препараты, которые, конечно же, заслуживают нашего внимания и отдельной темы. Но, тем не менее, согласитесь, если есть более бюджетные альтернативы, какие-то дешевые аналоги в какой-то степени, то, наверное, будет очень несправедливо не воспользоваться их помощью, не прибегнуть, потому что если есть результативность, то, наверное, возможно, стоит попробовать что-то более экономное. Тем более, считывая реакцию самих орхидей, самих наших растений, мы можем быть полностью уверены в том, что им это подходит. Они это усваивают, до них действующие вещества доходят, их это растение принимает полностью от и до. Это очень важно, потому что эффект плацебо нас не интересует. Нам важно, чтобы то вещество было настоящим активатором всех жизненных сил. Дабы усилить вашу уверенность в том, что эти препараты помогут вашим ренимашкам, я еще дополнительно показываю несколько экземплярчиков коллекции с подобной ситуацией. То есть растение пострадало и было пожелтение от шейки, было обработано своевременно фунгицидом вместо шейки, кашицей. И обратите внимание, как уже она начала постепенно отходить и стала действительно уже на пути полного восстановления и регенерации. На помощь мне пришли и выручили как раз таки кислоты, потому что мне было важно не просто ее подкармливать в этот период, когда она уязвимая, когда она ослабленная орхидея, когда ты не знаешь, в чем она нуждается сейчас, больше в азоте или же в фосфоре для завязки корневой. То есть здесь как раз таки было важно отдать предпочтение таким кислотам, которые в себе несут и питание, и поддержку. То есть они и листья сохраняют в тургоре, они помогают ускорить обмен веществ, то есть и влияют на межклеточный метаболизм очень сильно положительно. То есть это такой всецелый, универсальный, сказывающий результат, который, конечно же, меня устраивает, потому что но мы не можем просто не гордиться теми вот этими корешочками, которые получаем на орхидеи, полностью лишенных корневой. Но важно отметить, что жаркие летние дни, когда еще очень активное солнечное воздействие, когда температура зашкаливает за 30, нам необходимо обязательно заботиться, чтобы действие препарата было еще обязательно сопряжено с водным режимом, то есть питьевой баланс, именно состояние воды, то есть количество воды, запасы воды, они обязательно должны быть пополняться и регулярно пополняться растением. Иначе вся эта кислота, она попросту не сможет усвоиться на полную силу, потому что в первую очередь растение будет заинтересовано в получении именно воды в чистом ее проявлении и виде. Поэтому обязательно поддерживайте водный режим таким способом, каким практикую лично я. К примеру, если это закрытая система, вовремя добавляйте необходимый уровень воды. Чем больше, тем лучше. Главное, чтобы это доходило до корней. В моем случае это ровно 1/2 от горшка, потому что корни не достигают того размера, чтобы
дойти, чтобы полностью ими покрыться. Поэтому, но кончики все-таки касаются воды. Кончики погружены в воду. Тестируйте мой способ на здоровье. С любовью, уверена, орхидея ценит это по достоинству. А корни не заставят себя ждать. А кислоты оправдают все ваши усилия и старания.